Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигма, точнее обзор Конан. Да, очень-очень мне жаль, что мне приходится обозревать такого замечательного ниндзя в последний день игры на аккаунте, возможно. Да, но я как бы я не передумаю. Мне нужно нахуй уйти отсюда, потому что... Ладно. Не будем о плохом. Будем о хорошем, о такой замечательной, красивой Конан. Да. Даже не верится, что кто-то, кто создал такую ужасную игру, как Naruto Online, мог добавить в нее такую прекрасную графическую модельку. Такого прекрасного, скажем так, шиноби, как Конан. Вот интересно, у нее мороженка такого цвета, то есть, а с чем она? То есть она, наверное, с лесными ягодами или с чем-то подобным. Потому что какого вкуса может быть это мороженое? И, кстати, она такая беленькая, очень сильно белая. Ну, в смысле, и кожа, и бумага, и, короче, купальник. И я думаю, она ж типа девственница, наверное. То есть она кудера, девственница. Возможно, у нее даже... От ее девственности и ума открылся третий глаз, все дела. Люблю вообще кудер, но типа яндер люблю. Люблю смесь кудер и яндер. А она как раз вот как-то так. Она как раз смесь кудеры и яндеры. Непонятно, чего там больше. Значит, ну и давайте-ка. Выглядит, вы видели, как она? В принципе, как Конан Ангел почти. Только типа еще меньше одежды. Да. Ну, хотя тут мало что рассмотришь, конечно, на ней. Такс. Вот она. Значит, смотрим. Ниндзюцу она дает. Ниндзюцу. Это прикольно, в принципе. Да. И неплохо так дает. Но у нее есть и другие преимущества, очень большие. Я говорил, что у меня нету Акацук, так вот Конан Акацука, и она очень хорошо бафает других Акацук в команде, в которой она стоит. Значит, давайте-ка посмотрим, какие у нее параметры. Это здоровье так себе, как вы видите. Здоровье, конечно, так себе. Ну, хотя, учитывая, что она зеленая и типа первого уровня, не так плохо на самом-то деле, да. Средненькое, я бы сказал. Ниндзюцу, как вы видите, тоже неплохое. В остальном, в принципе, Resistance Defense средненький, а может даже ниже среднего. И атака маленькая. Значит, она у нас девушка. Она у нас со скрытого дождя. И она у нас Акацука. Хотя так и не скажешь. Ах ты ж Акацука. Значит, что дальше? Главная пилка у нее мгновенная. Тайниндзюцу. Наносит урон и 5 комбо. И неснимаемое поджигание, которая, в общем-то, игнорирует иммунитет к дебафам на 2 раунда всем юнитам в случайном в случайной линии поля противников. Более того, наносит 50% урона сплэшем, ну или сопутствующего, вы поняли, одному так юнитам, которые находятся рядом с пораженными юнитами. Да. Ну, в общем, все это очень сложно. Ну, в общем, жестко, очень жестко. То есть она бьет по трем полям, и причем на неограниченное количество юнитов.
Да. Но только по вот таким условиям. Очень интересная главная опилка. Ну, довольно оригинально, что у нее нет количества юнитов. То есть она бьет не по количеству юнитов, а просто по каким-то правилам. То есть берет случайную линию, бьет по ней и всех, кто рядом. Шикигами Тенс ее главная опилка. Ниндзюцу чистая. Атакует 3-4 юнитов в команде противника и наносит 3 комбо с шансом высокого подбрасывания и обездвиживания одному из юнитов. Значит, дальше. Ну, круто. 3-4 юнита бьет сразу. Тоже массовая автоатака. Да, я ее встречал, она жесткая. Серьезно, она очень жесткая. Смотрите, у нее нет Battlefield кулдауна, что очень круто. То есть она может в первом же раунде кастовать эту свою хрень. И поджечь, например, Кушину, чтобы та не лечилась. Прикиньте. Так он может поджечь Кушину, и та не сможет лечиться. И все. И хана. И вообще любого она может поджечь. И не снимешь ты огонь, и как бы иммунка к дебафам тоже тебе не поможет. В общем, жестко, жестко. Ну вот, собственно, поэтому я и ухожу из игры. Потому что вот вышел новый ниндзя, и все. И ты его покупай, и типа, если не купишь, то хана тебе. А это очень дешевый ниндзя, кстати. То есть, ну, я советую. Она и выглядит красиво, и билки у нее крутые. Смотрите, вот. 10 комбо. Чиз в 10 комбо. Не промахивается. Наносит, типа, урон, который невозможно избежать. И 5 комбо до 5 юнитам в команде противника. То есть, прикиньте, вот. Просто чиз, который бьет сквозь уклонение, сквозь все. Ну хотя, может, это и плохо. Типа уклонение мы не собьем им. Но типа целым 5 юнитам наносит урон. Это мощно. И через ниндзюцу, учитывая, что у нее ниндзюцу не такое плохое по количеству. Конан имеет высокие шансы уклониться от стандартных атак, чизов или обилок. Короче, от всего уклоняется. А что еще есть? Чизы, стандартные атаки, обилки. Слушайте. Просто высокий шанс двойного уклонения. Видите, может быть затриггерено 2 раза за раунд. То есть 85% шанс у нее 2 раза за раунд уклониться. Если что, это как скиллброк обычной Конан. То есть у обычной Конан там нужно ее скиллброчить для того, чтобы она 2 раза уклонялась. И она этим очень сильно бесит. А эта Конан, в общем-то, без ничего так уклоняется. В начале каждого раунда все Акацуки и юниты в союзной команде получают одну дополнительную стандартную атаку и 40 комбо-рейта. Ну, короче, шанса комбо или что-то вроде того. На один раунд. Ну, собственно, каждый раунд. То есть, если ее не заблокировали, она дает всем Акацукам плюс одну автоатаку и шанс, чтобы произошел комбо, увеличивает. В общем, это просто жесть, хочу я вам сказать. Это просто нереальная жесть. Это Конан. Учитывая ее цену. Ну, хотя и у нее вроде бы, по идее, большая цена должна быть. Какая у нее вообще цена? У меня она так быстро выпала. Она, по-моему, там то ли с 2000 купонов выпала, то ли со скольки. Может, мне даже еще поиграть на аккаунте, слушайте. Блин, ну что за бред? Ну,
А у меня других акацук особо нет, хотя я могу открыть и получить, короче, какузу, да? Я могу получить себе какузу и ее с какузу поставить, и еще какую-то акацуку туда засунуть, да? Ну, не знаю. Мне больше мощь хотелось бы. Значит, давайте посмотрим много разных фиговин. Ой, хочу увидеть ее в деле. Ну, просто ниндзя моей мечты. По крайней мере, с эстетической точки зрения точно. А с других точек зрения тоже она блицовая. То есть Конан еще и блицовая, представьте. Блин, нужно это. Нужно накачивать ей эту. Я вот вам что скажу. Ей нужно накачать чего-нибудь. Не силикон в сиське, но что-то подобное. Да у нее грудь нормальная по размерам. Как раз то, что надо. Ладно, блин. В аниме у всех грудь нормальная. Вот что это? Вот смотрите. Вот поэтому я ухожу из этой игры. Вот видите? Именно вот по этой причине, что здесь вот такая вот херня происходит. И теперь ее не уберешь. Что за required fragments? Вот как это убрать теперь? 21 из 100. Что это за фрагменты? Сейчас перезагружусь. Не хочу. Итак, мы вернулись. Давайте. Ой, блин. Ну что это такое? Ну, с одной стороны, мне печально, что я вот просто уйду и все. И... А с другой стороны, это нужно сделать. Потому что уже заебали. Просто заебали. Мне надоело быть пиздоболом. Вот, смотрите. Вот так вот выглядит ее вилка. Очень красиво просто. Правда, у меня, как всегда, лагает анимация. Но здесь, как вы видите, первую линию атаковала. И тут, кстати, все какаши так именно расположены, что она их не бьет. То есть... Они все в таком месте, что других не задевает. Какаш. Просто красавица. Видите, бабах. Бабах уклоняется. В общем, это Конан просто огонь. То есть, без скиллброков она как скиллброченная обычная, во многом уже. То есть, у нее баф для Акацук очень хороший. У нее выживаемость довольно хорошая. И то есть, учтите, то, что она уклоняется, это значит, что ее не прервут, в принципе. Ну, труднее будет прервать, чем обычно. У нее в автоатаке, автоатака массовая, и при этом, типа, это... Автоатака массовая. И может, короче, поразить кого-то. Может накастовать дебаф. У нее много комбо, как в чизах, так и в чем-то еще. Да, прикольный чиз, да, красивый и мощный. В общем, ну это жесть просто. Это просто жесть. Ну такой ниндзя. Ну. И самое главное, вот добавляют таких ниндзя, блин, опешных. И каждый раз покупай нового ниндзя, покупай нового, покупай нового. И вот это вот заёбывает. Мне не нравится. Реже надо выпускать этих своих ебучих ниндзя. Им бабла мало. Надо больше бабла. Больше бабла.
Это учтите, она ж типа зелененькая. И у нее инструменты даже не так уж и прокачаны. Ну просто, ну. Ну что я могу сказать? На самом-то деле она довольно дорогая. Если посмотреть, где тут ее дают вообще. Здесь дают? Вроде не дают. А где ее дают? В общем, как я сказал, чувак ушел, который со мной играл. А значит, ну, что, мне нового чувака искать на дракона, что ли? Вы издеваетесь? Меня уже и так заебало каждый раз искать на дракона новых игроков. Они все по неделю приходят и все. Это вот одна из основных причин, почему я все это устраиваю. Почему я ухожу? Задолбала. Значит, тут ее, кстати, тут не получишь как-то. Вот тут сравниваем. Вот тут есть Итачи Кимоно. Вот этот новый Обита ГНВ. Слушайте, у нас же есть Мадара ГНВ, а Обита и Мадара ГНВ это одно и то же, да? В общем, еще куча ниндзя, естественно, мне их этих ниндзя на обзор никто не дает, поэтому, собственно, задолбали вы меня. Ну, в общем-то, здесь она дается. Сколько она здесь стоит? Ну, кимоно. Кимоно этот Итачи, он не такой уж и частый, на самом-то деле, гость. Может быть, здесь как-то ее стоимость посмотреть? Может, здесь она продается? Вот, 160, а какузу 300, а этот 500. Но 160 это довольно дешево. То есть, видите? Ну, какузу он там всех воскрешает, еще что-то. Их, кстати, неплохо было бы вместе использовать. Я уже видел, да, уже донатеры себе накупили этих Конан с Какузу. Ну, в общем, неплохая. Да. Очень неплохая. Ну, собственно, с Акацуками ее использовать. Мне больше всего понравилось, что она блицовая. То есть, как та же Конан Ангел была. В общем-то, Конан Ангел, она тоже довольно блицовая, потому что если она свой чиз в первом раунде применит, то она может свою обилку применить после этого. Это же Конан, ей кроме чакры ничего не нужно. Но если вы используете Какузу того же, то вам нужно подождать до конца раунда, пока Какузу, собственно, походит, пока Какузу нанесет урон, и только тогда ее применять. То есть Какузу, у него ж урон зависит от этого, от количества чакры. Но не обязательно заканчивать раунд со всей чакрой. То есть, понимаете, в чем прикол? И в этом прикол, что вы можете применить Конан после того, как он нанесет свой урон повышенный автоатакой, и чизы у него сработают. Это то, что я могу о ней сказать. Что еще? Ну, давайте еще разок прокатимся. Ну, у меня даже, если честно, ну, нет у меня охоты даже играть. Даже такой замечательный Конан. Вот просто оазисы меня убили. Оазисы убийцы Парадигма. Хотя даже не оазисы, а тех, кто, собственно... Ну, и оазисы, и другие чуваки. Все, короче. Забавно, одного чувака пьет. Ну, конечно, обилка у него очень специфическая. То есть, вы видели, она бьет все три, короче, линии. Это недостаток. Это действительно недостаток. Ну, с другой стороны, то, что она любит первую линию именно бить, я так понял, она постоянно первую линию бьет. Смотрите, и мобайлит всех.
Это жесть, конечно. А, кстати, она же сама атакует дважды. То есть она не только других бафает, но она и сама атакует дважды каждый раунд. Круть. И триггерит свои чизы тоже. Дважды. Ну, в общем, это жесть. Это просто адский ниндзя. Красивый, смертоносный, просто офигенный. Надо, сука, бросать это Наруто онлайн. Заебали. Надоело мне это Конан. Идите вы нахуй со своей Конан. Ладно. Ну, Конан хорошая, она не виновата. Это все Оазис и остальные мудаки. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Конан крутая. Всем и дешевая, да. Дешевая и крутая за свою... За свою цену она очень крутая. Ну, просто, не знаю. Один из самых топовых ниндзя, которых можно достать. Учитывая, что она мне там... Ну, надо смотреть на видео, за сколько она мне досталась. Максимум 1005 купонов я выложил, но это рандом. То есть это в рулетке мне просто повезло. Могло не повезти, но в таком случае я бы ее получил чуть позже, да. Я так понял, в рулетке у Lucky Snatch она падает, в общем-то, один раз только. То есть иначе бы можно было ее там до 4 звезд собрать, а нет. Только один раз падает. А на этом я с вами прощаюсь, всем пока-пока.